Вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Вот блин, так вот. Меня занесло, твою ж ты. Всем привет, дамы и господа, любители видеоигр, с вами Виртуоз. Hey, if you're ever looking for a give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles all over the city. Сейчас мы, наверное, поедем на военную базу, попробуем угнать истребитель. Мне слов даже не дал. Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, с вами FlameX, а также Виртуоз. Мы продолжаем странствовать по этому миру GTA Online, и знаете, что мы поняли? Что за тот момент, пока мы качались, мы ни разу не пробовали одолеть этот... это многое при... Не, как это объяснить? Большое препятствие, полное погружение. Короче, если вы играете в GTA Online, вы обязаны посетить и военную базу в GTA Online. Украсть хоть раз украсть истребитель. И вы поняли, что ни разу мы этого не сделали. Я делал, но в компании. В компании как бы легче. А я это делаю только один раз в онлайне, и то я это не записываю. Поэтому официально на видео мы попытаемся сегодня одолеть военную базу. Поехали, нам надо туда. Поехали. Слушай, погоди-ка меня, я сейчас быстро поставлю эту броню на свою машину. Нет, а там, короче, прикол такой, если мы через стену перелетим, то мы нас не могут обнаружить, пока мы в самолет не сядем. Да? Да. Серьезно? Да? Да. Я просто похлопаю. Да? Да. Не знаю, я залазил по-другому. А, ну тем дурацким способом, когда ты под чем-то проезжаешь, тебе сразу звезды дают, да? Да? Да. Не-не-не, я пролетаю. Вот, короче, покажу сейчас. Так, бампера, мне доступен двигатель. Мне осталось выиграть одну гонку, чтобы не открыли четвертый двигатель. Это клево. Это не очень, да? Не очень, да? Не, вот это стрёмно. Ну, хотя, самое лучшее, по идее. Ладно, давай ты прокачаешь тачку потом, а сейчас купи броню и поехали. Да, больше ничего делать не буду, сейчас вот только стекло поставлю. Все, больше ничего делать не буду. Помаленьку. Поехали. Круто было, если бы можно, знаешь, как въезжаешь на военную базу, включаешь пассивный режим, и тебя даже бот... Ну, бот знаешь, что именно в одном из трейлеров, вот моя машина, только она красного цвета была, трейлер, помнишь, там был только вот GTA, только трейлер, начали показывать трейлер Франклина, там гоночки одни были, в одиночке же надо было гоночки да, проходить. Да, вот там вот эта машина. Там вот эта машина была. Ну, я когда проходил на золото эту миссию, я тоже на этой тачке ездил. Мне просто эта машина очень нельзя. Нравится. На своих машинах там нельзя. Мне просто эта машина очень нравится. Она классная. Странно, я тебя очень долго догоняю. Она выглядит прикольно. Хотя у меня Зенторна прокачанная, я... Вот-вот, а у меня эта машина вообще почти не прокачана. Нет, в смысле, я тебя могу... Ой, блин. Я тебя нормально смогу догнать, но... Я когда тебя догоняю, я чуть-чуть на тормоз жму. Не забывай выключать радио, все-таки авторские права. Да, у самого меня. Ой-ой-ой. Санос. Что ты творишь? Я не специально. Вот смотри, если бы у меня сейчас не было брони, у меня бы сейчас фары, да, уже все отлетели. А это смотри, хоть как-то. А это у меня тоже, я врезался передом, и у меня как бы фары нормально целые. Потому что у меня копировала эта машина, а на этой машине 100% броня. Ой. Ты же у меня эту машину копировал. Ну да, я знаю. А ты ее у Ванька скопировал. А Ванек заработал. Да? Да. Нам далеко, что ли, еще ехать? Разгоняйся. Готов? Смотри, на мой экран смотри. Вот. Вот. Вот так. Блин, меня занесло, твою ж ты. Пробуй еще раз, я поехал. Пожелаю мне удачи. Давай, удачи. Чувствую, много попыток мы будем делать. Да, наверное. Хотя, может, и уложимся в одну серию. Физика, конечно, в GTA говно. Да, даже машину трудно завести в дрифт. Так, валить надо. Быстрее, пока танк не подъехал. Мне, кстати, повезло, их вообще рядом никого нет. А, нет, уже джип подъезжает. Мне дали звезды. Дали? О, ты залетел. Бери, который в ангаре. Куда ехать? Сюда? Да. И сразу улетай, потому что здесь есть автоматические орудия, которые могут тебя взорвать. И самолет вылетает за тобой. Ой-ой-ой-ой! Японский! Смотри, что творят. Он меня не садился, короче. Ты смотри, что творят. А, ну как бы все, тебе конец. Все. Блин, у меня мой личный транспорт уничтожен. А мой, наверное, конфискован. Тысяч стоит восстановить. Ты не знал? Но его же уничтожили, я думал. Не, мою машину, кстати, конфисковали. Это кто летает? Че ты творишь? Я не специально. Извини, или ты типа от злости что-то. Ты call for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Я возьму машину подешевле. Не, я точнее возьму быструю, но которая в страховке дешевая. Короче, я возьму Элеги, она у меня прокачана. Может, ты мне дашь какую-нибудь свою машину? А как я тебе дам? Я не могу одновременно вызвать две машины. Да поехали тупо со мной, да и все.
просто поехали. Я как бы вылезу из машины, и ты сядешь автоматически на водительское сиденье. Или ты меня подбросишь к какому-то самолету, и я уеду. А вот я слышал, что можешь там вверх попробовать взлетать. Попробуй. Если вверх лететь. Кстати, как тебе моя элегия прокачана? Нормально, она же бесплатная, по-моему, если я не знаю. Ну, это типа это. А неон, кстати, классный. GTR, да? Да, а из-за неон мне, кстати, очень нравится. Чисто мы не залетим. Да. Странно, вот когда я ролик смотрел, там за то, что мы вот так вот перелетали, звезды не давали. Мне кажется, мы не в том месте. Точно, а ты попробуй вот с другой стороны. Причем плюс компании, там легче угонять истребитель, потому что ты как бы на другого персонажа переключаешься, потом заново на... Да? Того, кем угоняешь истребитель, как бы он целый. То есть смотри, я там делал вот как. Я улетал, мой самолет подбитый. У меня забирали, ну когда звезды все пропадали, я переключался на другого персонажа. Да? Да. Да? Да. Прикольно. Опять что-то на ревозе. Можно отсюда? Идиот. Да твою! Сейчас кто-нибудь сзади спишется еще. Нет. Че, поехали? Ой, я могу позвонить Мэри Уэзер, но тебя нападут на юг. Не надо, не надо. Ты еще можешь позвонить Ламару и вызвать грабителя, чтобы он украл мои деньги. Я не могу, потому что я с ним не связан еще. Ну твою... Я понял, ты не там заезжаешь. Видишь, тебе надо на эту горку налететь. А ты заезжаешь вот там вот по прямой, и поэтому ты не можешь перелететь. Потому что на той машине та же машина медленнее, и то я могу. Слушай, ну чё, я, короче, наверное, завершу на этом серию. Ты? Ну, я их потом соединю. Ну окей, давай, я дальше буду продолжать. Давай, вторая попытка. Так, где? Да, вот ты сейчас правильно едешь. Вот, точно. И сразу звезды мудаки дают. Готов? Я тебя выброшу где-нибудь, а сам поеду. Вот, да, вот я как раз вот эту гонял, которая вот тут вот стоит в компании. Ой, блин. А я вообще не видел. Чё, где? О, вот, на, держи, выходи. Давай, удачи. Какая там удача, танк ебашит. Ха-ха-ха-ха. Ну все, меня убили. Убили? Ну значит ты меня убьешь. О, моя вторая машина здесь. А, их вообще подъехали сколько. Пока он залезать будет, он залезает, блин, полчаса. Нельзя, что сразу было ударить. Ракеты бери. А, ну там танк подъехал. Блять, меня взорвали. Как мне кажется, это беспонтовая идея. Беспонтовая идея? Нет, я пока самолет не заберу, я отсюда не уйду. Смотри, у меня машину до сих пор не забрали, у меня там уже две своих машины стоят. Тебе повезло, что ее не взорвали. You're through your garage, you need me to bring your ride? Вызову доминатор, он, по-моему, взорвал. Попробуем сейчас на мустанге, а у тебя что не получилось? А я сел только там сразу же, два танка подъехало и еще. Ну они потом сразу ко мне поехали. Меня даже не танки убили, меня обычные чуваки убили. Красавец стоит. Главный прикол, что он появляется из ниоткуда, да? Блин, не сбили. А мне показалось, тебя сбили, да? Нет, меня не сбили. Вот смотри, я ставил синий неон, а он зеленый. Видишь? Но это неон банда. Но он теперь все время такой, да? Нет, почему? Раньше я ставил красный неон, а он был желтый. Фигня какая-то происходит, я не знаю. Ну он пусть зеленый, в принципе, зеленый эта машина тоже идет неон. А так такой вообще бэкпан. Бэкпан, это без посадки авто, не знаю. Короче, заниженные приоры. Давай, мне кажется, достаточно. Думаешь? Ну эта машина быстрее, наверное, разгонится, да? Давай, от первого лица чуть-чуть. Хорош, что творишь? Я не специально. Я просто... Не, в этот раз не как с Титаном. Хорош, ты мою машину портишь, что ты творишь? Ну какая разница? Ты ее потом заново позвонишь, вызовешь ее, и я ее привезу. Давай, петушки! К чему здесь петушки? Ой-ой, сейчас взорвемся, короче. Ни хрена себе. Ты видел, какое сальто я сделал? Поехали. Слушай, ты знаешь, как сделать? Вот тот, который ты поехал брать истребитель, ты меня к нему подвези, я его возьму. А я взорвусь, да? Нет, ты дальше поедешь. Там вроде их мало народу. А, нет, есть один. Нету? А, есть. Быстрее! Удачи! А здесь кружусь. Пипец какой-то. Их здесь вообще нету. А, есть. Мужа, пожалуйста, поехали. А я здесь вообще перевернулся. Он не выходит из машины. Так, от одной ракеты я увернулся. Летишь, да? Давай, бери, родной, миленький. Все едут ко мне. Пипец, там два танка. Давай, скорее, просто вперед. Ой, бля, я разобьюсь, а бля, я на твой экран разусмотрелся и разбился, я дебил. Ты лошара. Идиот. У тебя бомбануло. Слушай, мать. Слушай, а я смог. Я реально смог, смотри. Я тоже смог, но я лол. Иди попробуй еще раз, а я буду на этом. Я... Короче, что-то я даже не знаю. Может, зайдем в новую сессию, а тут что-то игроков вообще нет. Кого мы убивать будем?
А как? У меня же истребитель, ты чё? А чё смысл? Кого мы убивать будем? Не знаю, у меня была цель взять истребитель. У меня, в принципе, тоже, я его взял, и, в принципе-то, мы можем закончить на этом серию. Да, мы затащили, мы угнали истребитель, правда, я его сразу затрал, Но я свою задачу выполнил, я его украл, я его успешно посадил. Я, наверное, знаешь, почему получилось? Потому что всё-таки... Во-первых, все враги отвлеклись на тебя. А во-вторых, за тобой летели еще, да, ракета, а я уже спокойно улетел. Но я от ракет всех увернуться смог. Да. Я понял, как от них поворачиваться, в принципе, ничего сложного. Ну, прикольно. Но в компании угонять все-таки истребитель легче, потому что там можно на военную базу заехать с обычного входа и на такси сесть. Вот я там смотрел видеоролик на YouTube, как с помощью такси. Ну а здесь интереснее то, что ты это пытаешься сделать с друзьями. Да. Ну, я думаю, на этом серию можно и закончить. Очень задачу да. Мы выполнили. Она получилась угарная. Особенно в конце, когда у тебя немножко там бануло. Ой, бля, я разобьюсь, Бануло, да, пипец. Я больше не буду смотреть на твой экран. Окей. Ладно, не забывайте радовать нас своими лайками, а также подпиской своей, да? Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, с вами были FlameX и Virtual Six Tech. Всем удачи, всем пока.